Короче, слухи. 3 года назад Мария Миронова совершенно неожиданно для поклонников стала мамой во второй раз. Пережив этот опыт, актриса многое поняла в воспитании отпрысков. Своего первого сына наследница актерской династии родила, будучи совсем юной. Андрей появился на свет, когда Марии было всего 19 лет. Тогда девушка, которой суждено было стать актрисой, активно училась и строила карьеру. Сыну она не могла уделять слишком много времени, поэтому мальчик был вынужден расти очень самостоятельным. Когда ребенок подходит к переходному возрасту и отдаляется от семьи, он попадает в мир масс-медиа и сетей. И этот мир начинает его засасывать. Детей нужно защищать, их нельзя оставлять одних и нельзя ими не заниматься. Если ты ими не занимаешься, то займется кто-нибудь другой, заявила актриса. Сама Миронова теперь точно придерживается этих принципов. Любите свою жизнь и подписывайтесь.